Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, на улице Ахмада Дониша, столичного района Шох-Мансур, сдали в эксплуатацию дошкольное учреждение Хуршеди Таджикистан на 600 мест. Дошкольное учреждение состоит из подвального помещения и 4 этажей. В нем имеется 24 зала, в том числе залы для игр, проведения занятий музыки и рисования, столовая на 275 человек, 2 бассейна на 48 человек, зал заседаний на 224 места, традиционная и электронная библиотеки, кабинеты для администрации, диспетчерская, медицинский пункт, спортивные площадки, фонтаны, навесы, на территории сквер. Заказчиком и подрядчиком объекта является общество с ограниченной ответственностью «Шахризи Боймо». Общая сумма, затраченная на строительство и оснащение объекта, составляет 51 миллион сомани. В самом дошкольном учреждении 118 человек обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Проект объекта был предложен Главным управлением архитектуры и градостроительства исполнительного органа государственной власти города Душанбе и с учетом местоположения разработан обществом с ограниченной ответственностью научный проектный институт «Пирамида». Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с предоставленными возможностями учреждения и был проинформирован о том, что классы оснащены современными наглядными пособиями. Каждый этаж предназначен на 8 детских групп. Здание детского сада расположено на площади 10 436 квадратных метров. Общая площадь объекта составляет 12 тысяч квадратных метров, а каждого этажа 2400 квадратных метров. Во дворе детского сада на высоком качественном уровне и с современным дизайном созданы фонтаны, футбольная площадка, детская игровая площадка, навесы, бассейны, автомобильная стоянка. В подвальном помещении объекта расположены кухня, комната для умывания детей, прачечная, комната для глажки, совещательная комната, столовая, комнаты воспитателей, 2 бассейна, технические помещения, технико-инженерные помещения и другие вспомогательные помещения. Для каждой группы созданы классы для проведения занятий, игровая, спальни, медпункт и столовая. На втором этаже на площади 415 квадратных метров расположен детский развлекательный центр с современным оборудованием. На третьем этаже находится зал для проведения мероприятий на 224 посадочных места. На четвертом этаже дошкольного образовательного учреждения Хуршеди Таджикистан для детей созданы классы для дополнительных уроков, библиотеки, компьютерные классы, а также спортивные залы для занятия гимнастикой, тэквондо, акробатикой, зал для рисования, музыки и других дополнительных занятий. На строительстве объекта 2 смены были заняты 600 строителей и другие специалисты сферы. В ходе строительства рабочие уделили особое внимание использованию безопасных строительных материалов, установке современной сигнализации пожарной тревоги, а также своевременному и качественному выполнению работ на объекте, использованию качественных строительных материалов с соблюдением требований современного градостроительства. На новом современном объекте для обеспечения безопасности установлено 300 систем пожарной сигнализации и 210 камер видеонаблюдения. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку качеству строительных работ и поздравил счастливых детей с открытием современного красивого объекта.